Друзья, добрый вечер. Наша Кувыны, наш баштан, арбуз продюсер. Сегодня вечер 16 июля 2024 год. И мы видим, что арбуз себе накачивает ягоды в хорошем таком темпе. То есть уже сегодня прошли локальные осадки. Вчера мы баранину приготовили, пригласили гостей. И сегодня пошли локальные дожди. Но сюда очередь не дошла. Так аккуратно, чтобы... И это, ну что хочу сказать. Продюсер, это новый сид компании. Растет себе, накачивается. Осадки уже, будем надеяться, что дойдет в очередь. И будет у нас и осадки, и урожай. Поэтому, как оно есть, мы на погоду не влияем. Если влияем мыслями, то пусть мысли будут у всех только добрые. И только вперед. Несмотря ни на что, надо трудиться и развиваться, потому что сейчас там у нас соя уже дозревает, часть сои, конечно, сделает абортацию, она, но постараемся по максимуму убрать тот урожай, который она заложила. Сегодня тут, видите, прошелся такой ураганный ветер, где-то нам летний накидал. А так каунчики, хорошие арбузики по себе развиваются. А мы будем поменьше им мешать, смотрите. Какая красота, да. Все ждем августа месяца. Даст Бог. Все будет хорошо. Вот такая история на вечер. Все, доброго вечера всем. Или посмотрим еще дыню, да? Давайте пойдем дыню посмотрим. А пока будем смотреть дыню, посмотрим еще наши кавунчики. Опа. Тут выскочил сюда тебе на серединку. И вот здесь. Все нормально. Так, идем посмотрим, что у нас дыня. Дыня, дыня должна была, по идее, тоже накачаться. Вот и дыня. Вот дыня. Видите, какие же. Воды. Красавцы. Сейчас наберут себе сколько им надо форму, потом будут желтеть. Подозревать. В прошлом году, конечно, раскатка была чуть больше. Если кто помнит, у нас там чуть футбольные мячи были, да и больше даже, и баскетбольные. Вот. Вот такие больше были. Как они накачивают себе. Потому что так заложено. Это пустынные культуры. Все, друзья, доброй ночи всем. Вот так дынька, да, растет себе, развивается. Только вперед. Все, всем доброй ночи.